Всем привет! С вами канал Lakshmi Gold. Хочу рассказать вам об отеле Сандалей в Паттайе. Это была наша первая зарубежная поездка в дальнее зарубежье. Туда мы поехали с туристическим агентством, о чем в дальнейшем очень сильно пожалели, поскольку вторая поездка в Паттайю нам обошлась в два раза дешевле. Самостоятельная поездка, я имею в виду. Итак, отель Сандалей находится в северной части Паттайи. Плюсам отеля можно отнести его местоположение на первой линии, через дорогу пляж, вход в море очень комфортный, море достаточно глубокое, чтобы поплавать, вода гораздо чище, чем в южной части Паттайи. Второй плюс, рядом с отелем находится торговый комплекс, который называется «Централ-центр». В нем расположен супермаркет, всевозможные кафешки. За забором отеля массажный салон, который нам очень понравился. Девочки отлично делают массаж и рекомендую. Еще один плюс – это шикарный завтрак. Мы были очень удивлены, что в трехзвездочном отеле Таиланда завтрак лучше, чем ужин в Египтах и в Турциях. Очередной плюс – то, что у нас в номере ничего не пропало, хотя не было сейфа. Ни деньги, ни вещи у нас не пропали. Итак, теперь к минусам отеля. Главный минус – это крошечные номера. Нас очень не обрадовала узюсенькая двухспальная кроватка. Хотя номер чистенький, все аккуратно, но вот этот крошечный размер, он, конечно, напрягает. Второй минус – это неудобный бассейн. Мы приехали в декабре-январе. Огромная высоченная стена закрывала солнце. Мы несколько раз пришли, полежали на лежаке, замерзли и ушли оттуда. На этом бассейн закончился. Еще один нюанс забыла сказать. В пешей доступности от отеля расположен деревянный храм, который мы с большим удовольствием посетили. И вам рекомендую его посетить. С вами была Lakshmi Gold. Спасибо вам за просмотр. Если видео понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал.